Так, всем привет. Сегодня хочу рассказать испарителей, которые немножко подгорели. Что для этого можно сделать? Короче, все по порядку. Есть у нас, допустим, электронная сигарета. У нее есть испарители. Если вы поймали эффект так называемого гарика, то не спешите их выбрасывать. Можно немножко продлить им жизнь. Для этого нам нужно снять сам испаритель. У нас на две спирали. Взять острый предмет. Я возьму зубочистку обычную. Находим здесь на испарителе отверстие. Вот у нас есть отверстие. И вот таким вот немножко как бы прокалываем ваточку. Делаем небольшие промежутки самой ватки. Со всех сторон можно. Не надо прям туда сильно давить. Легонечко прокалываем. Тогда небольшого упора. Ну и здесь тоже можно в промежутках. Вот ваточку видим и немножко, не проталкиваем туда вниз, а небольшие такие углубления, можно иголочкой, ну каким-нибудь острым предметом. После этого вставляем испаритель, естественно до этого смачиваем его, даем постоять ему немного и пробуем затянуться. То есть такой испаритель, конечно, не будет как новый, но эффект привкуса горения уже не будет. Он, если может быть, появится, но через некоторое время. То есть вам не надо будет сразу бежать в магазин, искать эти испарители и покупать. Вы можете еще на этих, этими попользоваться некоторое время. Так что так вот, спасибо всем за внимание. Всем пока.